Здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуй, Сергей! Добрый день. Сегодняшний наш разговор, мы немножко отвлечемся от всех этих, как говорится, политических, ну, даже не политических, а экономических, да, вещей. Немножко мы поговорим о экзистенциональном, да, устройстве мира, об основы общественного существования, что происходит в мире, как это все это сам. Но хочу начать, я все-таки немножко, да, мы начнем с наших молдавских дел. Ну, вот, сейчас уже стало вирусным во всех телеграм-каналах, ютубах посещение Майсанду у Гагаузии. Да. Я не поленилась, я просмотрела все 2 часа. Ее там, ну, кусочки там вырезают, да, это сама. Я просмотрела все 2 часа. Что тебе сказать? Мне даже ее жалко стало, потому что вот эти депутаты гагаузские, надо понимать, что такое у нас гагаузская автономия. Это автономия, да, абсолютно со своими, как говорится, ну, слушайте, это, ну, это реальная республика. Вот эта республика со своими органами, со своим, ну, но они как бы живут в составе Молдовы. То есть они считаются гражданами Молдовы, естественно, считают, они и есть граждане Молдовы. Вот. И очень много было вопросов в ее сторону, вот что меня удивило, именно по Гагаузии, как пытается наша молдавская власть нивелировать то, что у нас есть вот такая вот республика, да, в составе, то, что мы федерация, как говорится, да, то есть они столько ей претензий, я даже не знала, что у них настолько все хреново, понимаешь, только после вот этого всего эфира я поняла, как их там забивают, как их, от них пытаются отворачиваться, да, как делают вид, что у нас нет такой автономии, как бы, знаешь, очень-очень, ну, вопросы, конечно, были жесткие, и сами вот эти парламентарии гагаузские, конечно, мне очень понравились. Они такие, ну, довольно агрессивные. Ну, гагаузы, они вообще народ такой, скажем так, боевой. Вот. И вот это, вот я бы хотела, чтобы ты тоже немножко сказал по этому поводу, что вот как ты видел ее там пребывание. Ну, многим не понравится, нашим зрителям 100%, поскольку у нас все-таки больше русскоязычные, но для меня главная задача всегда, вот по-любому вопрос, сохранять объективность. Первое, что ты упомянул, Татьяна, по поводу жестких вопросов, да, я, наверное, не соглашусь. Вопросы были актуальны, они не были жесткие. Для нее то, что эти вопросы, ну, это говорит о компетентности или отсутствии компетентности у человека, оно не говорит о жесткости, да, то есть вся встреча. В чем главная проблема, на мой взгляд, встреча проходила на надрыве, вызванной нервозностью президента. Мне кажется, что человек, который 1,5 года занимает высший должностной пост государственный, должен вести себя более спокойно, более взвешенно и более, я не побоюсь этого слова, более, наверное, адекватно. Потому что невозможно отвечать на вопросы, нападая. Я напомню, что когда она избиралась, один из основных роликов, которые они пускали, это «Я буду президентом для всех, вне зависимости от вероисповедания, национальной принадлежности или языка, на котором вы говорите». Да? Сам факт того, что она отрицала многие вещи, но вернемся к президенту. Первое. Когда мы говорим «президент», мы не подразумеваем физическое лицо. Президент – это не просто должность, это целый институт. Во-первых, довольно странно, что президента сопровождают люди, не занимающие никаких официальных постов. Там был вот Влад Кульминский и куча других НПОшников, то есть люди, которые не являются составной частью государственного аппарата, что само по себе вызывает огромное количество вопросов, почему люди, не вовлеченные в государственное управление, сопровождают президента на такой важнейшей встрече. То есть у нас, получается, пытаются подменить государственные институты, пытаются подменить НПО. Что само по себе, ну, я не могу говорить за всех, да, я быстро отключу звук, я не могу говорить за всех, но это ненормально. Есть официальный визит, есть официальное лицо, есть команда президента. Вот мы, грубо говоря, увидели такую вещь, что у нас института президента нет. У нас есть президент и свита, которая непонятно откуда берется. Это раз. Это говорит о том, что у президента хромают организаторские способности, если за 1,5 года она не смогла создать команду советников, которые бы ее сопровождали, которые могли бы оперативно помогать ей решать на местах вопросы. Страна маленькая.
Нормальному, адекватному, профессиональному человеку хватило бы 3 месяца, чтобы навести порядок. На меньшей Одесской области. Меньше, представь себе, одна область. Дальше, что касается ее поведения, я уже сказал, наверное, это специфические особенности человека-одиночки, у которого нет ни семьи, ни детей, с которым можно дать любовь и разделить любовь или еще что-то. Поэтому, скорее, наверное, это все-таки отпечаток ее образа жизни, такого эгоистичного, когда все крутится вокруг нее, а тут оказывается, что не все крутится вокруг нее, что есть люди, которые не считают ее центром Земли, есть люди, которые с ней не согласны, что, в принципе, вполне нормально. Не все согласны и с тобой, и со мной. И мне кажется, именно критика является топливом для мозга, заставляет человека думать, анализировать, где он мог допустить ошибку, может быть, что-то не так сформулировал, работать над собой, да, самосовершенствоваться. Здесь мы видим абсолютное неприятие другого мнения, чужого, что говорит о том, что этот человек не способен примирить. Вот мне кажется, что главный резюме ее визита, что она, как и положено тем, кто учился у англосаксов, она с легкостью создает конфликты. И абсолютно у нее отсутствует способность нивелировать конфликты. Да, что не говорит об очень больших... Ой, да простит меня, Господи, те, кто за нее голосовал, о большом интеллекте, потому что много ума для создания конфликта не надо. А вот для разрешения конфликтов требуется громадный интеллект, недюжинные способности, опыт, компетентность и так далее. Чем отразился... Чем, какой финальный результат, если подбить черту, подвести черту под ее визитом? Скорее всего, что это еще падение рейтинга политического, что нас, в принципе, с тобой не волнует, нас волнуют чуть другие вопросы. Но это говорит о том, что страна находится в управлении абсолютно других людей, а не тех, кто официально занимает какие-то посты. То есть мы можем четко говорить о том, что мы находимся под внешним управлением, потому что поведение президента с трибуны, когда она работает по ее сценарию, ну, я не скажу, что она самый плохой президент. Она выходит на трибуну, четко, внятно читает бумажки, но, скорее всего, что она просто очень хорошо читает. А вот когда она сталкивается на поле с живыми проблемами, с живыми людьми, ну, скажем так, это 2 разных человека, что говорит о том, что это креатура, это не есть сильная личность, это не есть лидер, причем лидер – это качество врожденное, да, это не приобретенное. Это не есть лидер, и то, за кого голосовало там 700 с гаком тысяч человек, но они голосовали за картинку, они не голосовали за личность. Мне кажется, вот это самый такой болезненный результат и понимание того, что оказывается то, что пытались продать, да, политические избиратели. И то, что они купили, оказалось 2 разных вещи. То есть произошел, скажем простым языком, на сленге кидок. Но потихонечку до этого все доходят. Да, то есть нас кинули. Я расскажу тут такой анекдот. Он, ну, у нас же взрослая публика, да? Конечно, ставим, конечно. Мы, да, вечером знаете, ставим, мы обычно. Женщина с низкой социальной ответственностью заходит в обменный пункт, протягивает 100 евро. Говорит, разменяйте, пожалуйста. Сколько? Она говорит, все разменяйте. Говорит, в ресторан иду. Но ей говорят, возвращают. Говорит, девушка, они фальшивые. Она смотрит, такая в растерянности. Говорит, так что, получается, меня изнасиловали? Вот здесь та же самая ситуация, что оказывается, вместо хорошей жизни, у нас уже уровень жизни упал в 2 раза. Мы идем впереди планеты всей. И я уже и в прошлом эфире говорил. Поэтому, что касается ее визита, с точки зрения лидера государства, маленького, но государства, страны, посетившего автономную республику, по 10-бальной системе нет такой оценки, по которой можно было. Я думаю, что самым умным решением в отсутствии такого, в отсутствии опыта и компетентности было бы вообще не приезжать, а направить людей, которые более или менее могли бы нивелировать конфликт и, может быть, подготовить встречу с президентом на удобном для нее там территории, поле в президентуре и так далее. Ну, а ее поведение по отношению к Башкану Гагаузии – это за рамками. Ирина Влах – довольно адекватный человек, подготовленный, знающий несколько языков, которая прошла социальную карьерную лестницу. То есть она не пришла с
она не участвовала в 95-м квартале и из клоуна не сразу перешла на высший пост в регионе. То есть она прошла, и вот этот конфликт и неуважение, которое выразила президент, грубо говоря, главе территориальной административной единицы, ну, не принес ничего доброжелательного в отношениях между субъектами и центром. Но я надеюсь, что госпожа Санду, если ей позволит окружение, она сделает выводы. Почему еще быстро, одну минуту, 30 секунд? Знаете, когда лидер слабый, и окружение еще слабее лидера, как правило, слабые лидеры окружают себя посредственностями, чтобы не выглядеть плохо на их фоне, посредственности начинают проваливаться. У нас провалы везде. Финансовые, экономика, социальная защита, образование, то есть везде. Что делает ближний круг? Начинает внушать страх своему лидеру, говоря, что все работают против него, и только мы тебе верны. Таким образом, пытаясь сохранить, так называемая, это в политологии существует такое определение, близость к телу. И вот, мне кажется, ее настолько запугали, и она настолько всех воспринимает как врагов, что она же просто по-другому себя не может вести. Вот тут как бы подводим черту, больше ничего добавить, наверное. Да, была она была растеряна, она была иногда истерила. Ну, то, что она истерит... Она была агрессивна, Таня. Она была агрессивна. Да, да, именно вот, ну, причем агрессивно как-то... Истерично-агрессивно, вот так. Вот. Знаешь, помнишь, она, и в принципе это можно было и раньше за ней уследить, у нее какие-то такие взбрыки бывают. Помнишь, у них с Дадоном были дебаты, и она ему руку не подала, демонстративно прошла мимо него. Ну, тогда можно было понять, что у этой женщины не все в порядке с нервами, ну, в смысле, а если у тебя настолько все плохо с нервами, то куда ты лезешь, ну, в такие высокие должности, ты должен контролировать себя и, ну, короче, ладно, что с ней. Чтобы она была здорова. Зато красивая. Вот согласись. Она у нас симпатичная. Это... Так, стоп. Что у нас там дальше, конечно? Зато... Говорит, ну что еще же дурненько? Зато симпатично. Ты знаешь... Ну это как Зеленский. Я не совсем понимаю. Это, возможно, не совсем корректно, но я отец троих детей, рожденные не в самое легкое время. Причем отец, который, ну, занимается своими детьми, и это для меня высшая должность. Для меня это, когда мне говорят «папа». Я не совсем понимаю, как человек, который побоялся взять ответственность за рождение и воспитание одного ребенка, может позволить себе взять ответственность за целый народ. Но... Почему я могу сказать, случаи же бывают разные. По здоровью, ты как медицинский работник. Я ее не люблю и не ненавижу. Я больше отношусь к ней с презрением. 2,5 года назад она сказала, что раздумывает над вопросом усыновить ребенка. Для меня, я практически посмотрел на нее, она еще не была президентом, ну, почти с восхищением. Это серьезно. А знаешь, чем закончилось? Она сказала, я сейчас президент, занята другими делами, поэтому не могу. Вот я бы ей хотел сказать, а как же мы все? Растим детей, строим карьеры, создаем кое-что. Нам наши дети не мешают. Так в такой же степени, как ей мешает ребенок, ей мешает и народ, да? Выполнять те задания, для которых ее сюда прислали. Вот это очень жесткий женщина резюме. Женщина без ребенка – это девочка. Ну, как бы она будет всегда девочкой. Потому что да. Ты становишься, я уже по себе знаю, ты становишься именно женщиной, мудрой женщиной, после того, как у тебя рождается ребенок, и ты начинаешь уже себя немножко по-другому вообще ощущать в мозгу. Но это ладно, как говорится. Тут действительно, даже если у тебя нет возможности самой родить, ну, хотя бы взять... Осчастлить одного! Не надо сразу 3 миллиона, одного осчастлить. Да, взять хотя бы ответственность, да. Помнишь, был фильм такой старый, она говорила, самое сложное — научиться организовать 3 человек, а потом да. 300, 600, а потом... 3000, да. Не имеет значения. Ладно, это все, как говорится, хорошо. Дай бог им здоровья. Всем. А, да. Вот еще, кстати, после нашего с тобой про Приднестровье ролика, да, там очень много было вопросов, что Молдова может предложить Приднестровью. Вот что мы... Да. Я понимаю, что Приднестровье нам нужно, да, нам, ну как нужно, нам
блядь, это наше, как говорится. Нам Приднестровье действительно много может предложить. И если Приднестровье входит в состав Молдовы, во-первых, у нас и политическая картина меняется. Почему, кстати, наши сопротивляются, потому что, извини меня, но голоса приднестровцев, это серьезная такая... Это ситуация ДНР, ЛНР, почему отрезали восток Украины, чтобы они не могли влиять на выборы. Это же понятно. Я все время говорила, что мы без Приднестровья с этим засилием англосаксонцев и всех прочих, мы просто не справимся. Вот именно поэтому они нам нужны, да, вот как бы. Но для что чего предложить? Что мы им можем предложить? Почему они должны пойти на это? Смотрите, Татьяна, давайте не будем скрывать такую вещь, что в Приднестровье большинство людей, большинство подавляющее, две трети однозначно имеют российский паспорт. Это факт. Да. Я не говорю, это плохо или хорошо, это констатация факта. Ну, как у нас румын. Процентов 50 имеют молдавский паспорт Республики Молдова. Почему? Очень просто. Им также нравится заезжать на территорию Европейского Союза без виз. Но давайте будем реалистами. Ну, есть так, как есть. Да, да. Что мы можем дать? Ну, мы должны понимать, что эта территория, она нелегальна. Вот кто бы что ни кричал. Она находится вне рамок международного права. Хорошо это или плохо, это нехорошо, потому что от этого люди страдают. Они ограничены в своих правах. Да. Ну, это факт. Да, да. Вот как бы объединение с Молдовой, я смотрю на Приднестровье не как на территорию. Я смотрю прежде всего на это как на огромный человеческий потенциал, который может обогатить мою страну и мой народ. И это наша с ними общая страна. Я больше того тебе скажу. Я считаю, что мы должны предоставить Приднестровью громадные льготы. Мы должны закрыть тот долг по газу, который накоплен. Это небольшая плата за объединение страны. Мы должны изменить конституцию, которая не работает. И я знаю, что у нас все спецслужбы отслеживают любое заявление по федерализации, но мы по факту федерация. Давайте это все узаконим, приведем в нормальные законодательные рамки. Да, примем новую конституцию, причем принимать ее надо вместе с жителями Приднестровского региона. Когда это будет наша общая конституция, давайте создадим наши общие правила совместной жизни. Опять мы должны дать им... Ну, то есть... Да, разуме... Гагаузы это даже не обсуждает. То есть давайте дадим, мы должны, да, обязать. Я необходимо вопрос языковой, это всегда вопрос, на котором людей разъединяет. Давайте покажем на примере Республики Молдова, что языковой вопрос может объединять. У нас есть язык титульной нации, так это называется правильно. Обязать всех, без исключения чиновников, выучить этот язык. Если человек настолько идиот, что он не может выучить язык, навряд ли он будет эффективно управлять той отраслью или тем направлением, которое ему дадут. А все остальные люди, они должны иметь право. Должны быть русские школы, если есть в них потребности, хотят люди сохранить свою языковую идентичность. Должны быть гагаузские школы. Мы должны расцветать и быть многоцветными культурно, не путать с другими многоцветными с Запада. Да? То есть палитра культурная, языковая, традиций, историческая, должна обогащать, она должна нас объединять. Мы должны брать друг у друга лучшее и вместе расти как единая нация. Народов много, нация одна. Плюс, я скажу тебе другое, и опять же, уже мне сделали даже замечание в Кишиневе, как ты смеешь говорить о расширении территории Республики Молдова. Мне кажется, это нормально. Почему США может расширять свою территорию? А британцы об этом говорят в открытую. Россия может. Почему маленькая Молдова, используя свой интеллект и геополитическую обстановку, не может задуматься, например, на расширение наших территорий приграничных за счет того, что происходит? Это не наша война, мы в ней не участвуем. Но мы можем помочь в восстановлении, в других вещах. Возможно, давайте не будем скрывать, Украина создана из лоскутов. Часть была отторжена от России, часть была наглым образом, без вопросов, без того, чтобы молдаване, проживающие народы на этой территории. У нас отрезали Измаил, у нас отрезали кучу Рини, у нас отрезали выход к морю. Да, я не скажу ничего большего, чем сказал Виктор Орбан. Венгрия всегда имела
выход к морю сейчас не имеет, поэтому мы должны сделать все, чтобы оно у нас появилось. Поскольку я Орбана очень уважаю как национального государственного лидера, я считаю, что это вполне адекватная заявка, и если мы будем вести себя адекватно, а не выступать инструментом англосаксов, которые нам не просто чужие, тут заметь, очень важно, они нам не чужие, они нам чужды. У нас нет ничего общего с ними, от слова совсем. Чего я не могу сказать ни про украинцев, ни про белорусов, ни про россиян или русских, потому что тут русские, опять же, это титульная нация, но россиянин — это другое. Это и башкиры, это и татары, это и калмыки, это и якуты, это и украинцы, и белорусы, и молдаване, и русские, и все. Посмотри, Бабаков, да, первый заместитель председателя Государственной Думы, он же родился в Кишиневе. А этот, который у них сейчас ведет, Коношенков, который... Да, он тоже наш, тоже наш. А теперь покажи мне одного генерала. А кто? Аксенов. Наши отцы работали вместе. Я Сережу знаю очень много лет. Мы учились в одной школе все вместе. А, да, да, он же тоже 6-й. Я очень много лет его знаю. А теперь покажи мне одного молдавского генерала в Америке или в Великобритании. Покажи мне одного молдавского руководителя региона и так далее. А вот в России, вот она рядом. И еще раз говорю сразу нашим российским зрителям. Я ни разу не пророссийский. Я абсолютно промолдавский. Я против вот этой вот пророссийскости или проамериканскости, поскольку она создает главную проблему. Быть пророссийским или быть проамериканским равно не ставить свою страну в угоду кому-то. Когда россияне и другие страны поймут, что нет более крутого государства, чем то, которое суверенное, которое, основываясь на своих интересах, готово выстраивать долгосрочные, не средние, а долгосрочные сотрудничества. А мы говорили с тобой, да, по теории нового много мультирегионального устройства мира, что есть страна-центр, и это Россия. И мы по-любому попадем в российскую валютную зону, что бы там ни говорила Санду, Гроссу и еще кто-то, и даже Байден. Хотя мне кажется, что он-то сам говорить не может, только то, что написали. Да, под воздействием тяжелых медицинских препаратов тяжело дедушке, совсем он теряет связь. Да, мы попадем туда. Давайте выстраивать, что такое пророссийскость. Да, вот для меня. Пророссийскость — это то, что творили на Украине. До чего довели? Вот Медведчук, что он со своей пророссийскостью сделал? Ну, брал деньги из российского бюджета. Ну, стал мультимиллионером. А дальше что? Ну, вот были пророссийские дальше. Дадон, Воронин, кто там еще? Хотя не были пророссийские. Они просто ходили себя продавать. Продавать. Купите нас и финансируйте. Я же говорю совсем о другом. Мы по факту единая историческая, культурная. Ну, сейчас вот давай перейдем, и мы вот в самом главной теме. Я поняла. То есть мы, ну, в принципе, да, я же говорю. Мы должны освободить регион от налогов. Мы должны вплоть до того, чтобы перенести в парламент Республики Молдова в Тирасполь, чтобы дать развитие этой территориальной единице и показать, что мы не просто их не отделяем, а что они для нас настолько важны, что мы главный законодательный орган туда ставим. Да, так можно. Да как угодно. Понимаешь, для того, чтобы объединить... Нет жертв, на которые можно пойти, чтобы объединить страну. Для объединения народа не бывает дорогой цены. Просто не бывает. Вот даже, если даже, говорить даже, о мирном пути развития. Знаешь, о чем я? Знаешь, что я помню? И когда присоединяли Крым, я как раз в Москве была. И тогда, знаешь, разговоры о присоединении, я слышала, а вокруг меня, вообще, чтобы ты знал, я тусовалась исключительно в либеральной такой вот тусовке, знаешь, ну вот. Про западной. Да, исключительно. То есть все мои так более-менее знакомые, которые близкие, с которыми я могла что-то обсуждать, ну, клиенты, скажем так, ты же понимаешь, что клиент, приходящий на массаж, он же тебе все расскажет, и про политику, и про все, а у меня была такая публика, знаешь. Так вот, когда присоединился Крым, знаешь, был у меня такой, ну, скажем так, сейчас уже что скрывать, я раньше не очень любила это афишировать, сейчас говорю, починок, помнишь, министр труда? Конечно, министр труда и социальной защиты, но он такой либерал, но подготовленный страшно. Да, там такие мозги. Очень начитанные. Он
отчитаны. Уже умер, поэтому царство ему небесное. Да. Значит, поэтому я могу как бы, да, немножко говорить. Так вот, мы с ним тоже обсуждали кое-какие темы. И ему еще, знаешь, он как раз тогда работал над вопросом гастарбайтеры, вот как легализовать. Эмигранты, трудовые и так далее. Да, вот это все. И он как бы, да, зная, что я гастарбайтер, знаешь, ну, попытался, ну, задавал мне какие-то вопросы, которые ему интересны, да, вот именно в мое существование, да, в России, как оно, что, ну, в общем, ладно. Я не к тому. А я к тому, что он тогда написал статью огромную, вот когда в Крым присоединили, только, ну, как бы, на начало. Он сразу пишет огромную статью, сколько это будет стоить российскому бюджету. Там цифры были сумасшедшие, а он это все, знаешь, он же... Вот, и я спрашиваю у своих других знакомых, я говорю, вы читали статью Починка, что вы скажете вот по этому поводу? Да пофиг, говорит, сколько надо, столько скинемся. Понимаешь, люди, вот даже либеральные люди, он говорит, я даже готов вот свою долю внести там со своего кармана. То есть для того, чтобы объединить, ну вот русских в Крыму с русскими на этом самом, да, в России, они готовы, нет, вот люди готовы были скидываться, понимаешь, со своего бюджета, со своего кармана, зная, что идут на санкции, зная, что их будут это самое. Вообще, и эти даже либеральные люди, я уже не говорю о всех остальных, понимаешь? Вот, вот такое было. А мы что? А мы почему что? Мы не можем скидываться? А мы не хотим скидываться. Мы, у нас, понимаешь, для этого нужны правящие элиты. А у нас есть ставленники. Я же писал, и очень много пишу, даже вчера ночью, по-моему, писал. Проблема в том, что источник власти ставленников англосаксов, либеральных президентов, их источник находится в транснациональных компаниях. Народ – это всего лишь прикрытие. Это такая рекламная фиша соблюдения демократических принципов, которые никто не соблюдает, понимаешь? То есть выборы были, на выборы работало громадное количество глав государств, которые, грубо говоря, вмешивались в наш политический выбор поддержками и так далее. Я не говорю, это плохо или хорошо, но почему вы влияете на принятие? Ну, представь так. Муж с женой решает какой-то вопрос, приходит сосед и начинает навязывать им свою точку зрения. Но народ это... Что такое главная ячейка общества какая? Это семья. Что такое общество? Это, грубо говоря, народ. Да, общность людей и так далее. В нашем случае нация. Это объединён экономическими и политическими признаками. Получается, что приходит... Да, у нас есть какие-то проблемы с гагаузами. Не у нас, а у власти. Власть настолько оторвана от молдавского народа. Хочу, чтобы и русские, и украинцы, и белорусы понимали. Они не являются выразителями воли народа. Даже если, когда за них голосовали, внимательно изучите, что они обещали. Они, когда газ был 25 центов за кубический метр, они протестовали и кричали, что мы переплачиваем и содержим русских. Идиоты! Сейчас газ приближается к $2.5 в 10 раз. Что они обещали, что мы получили? Поэтому нужно понимать, что нам не нужны европейцы. От слова совсем. У них сейчас столько своих проблем будет. Я сегодня вечером, кстати, опубликую очень большую статью, которую главные катализаторы, которые уничтожат Европу изнутри. Это будет тебе понравиться. Ты любишь такие вещи. Там прям... Причем экономика будет всего лишь стартовой позицией. А вот почему их будут разносить по кусочкам, экономика не имеет никакого отношения ко всему. Как раз плавно переходим к следующей теме. Да? Да. Это основы, ну вот, основы общества. Вот что первично? Политика, экономика, там, философия. Да? Что вообще, что может консолидировать общество? Что развалить? Вот я, например, тоже два слова скажу по этому поводу. Да? Как расшатать страну? Внутри нужно создать противоречия какие-нибудь. То есть надо кого-то стравить с кем-то, кого-то там куда-то, знаешь, направить, что вот виноваты вот эти, потому что они не или менее либеральные, более либеральные, понимаешь? Это первое. А второе, если человек будет протестовать против, ну, допустим, он, ну, засилие ЛГБТ-пропаганды, вот он, например, выразится, да, по этому поводу, но его сразу заклеймят. Вот ты нетолерантный равно фашист. Все, ты, значит... Да, ну, Байден это уже сказал, прямой. Вот, и, понимаешь, и вот это вот, то есть человек даже
даже не может высказать свою точку зрения, потому что его тут же приклемят, да, и, а все, как он фашист, понимаешь? Они вот это вот общее, они вот это вот слово, вот фашисты, там вот страшные слова, которые уже до этого были накручены, да, и как бы, ну, людям понятные, и они приклеивают, как говорится, на лоб всем, кто пытается как-то отстоять свои, это сам. Вот, ярлыки ставят. Ярлыки, да, хотя. У Жванецкого, мне очень нравится, кстати, Жванецкий, у него есть несколько таких вот интересных фраз по этому поводу. Я даже вот записала, что может сказать хромой об искусстве Герберта фон Караима, если ему сразу сказать, что он хромой. Понимаешь? Вот, вот, вот что, вот он, понимаешь, вышел человек, он говорит, я хочу вот порассуждать, да, об общественном устройстве, а ему говорят, ты фашист. Иди отсюда, понимаешь, все, и он, все, понимаешь, любого философа так можно припечатать, любого этого, и внутри... Развешивание ярлыков делается для того, чтобы сразу обесценить мнение этого человека в глазах масс, но пока у них не получается, Татьяна, надо точно смотреть, попыток много, никто не ожидал, что Трамп соберет такую сумасшедшую сильную команду, плюс губернатор Флориды Де Сантос, который пользуется там, и даже Байдена, да, Великобритания, Ли Страсс избрали. Кстати, я 20 июля сделал прогноз, еще никто. И она избрана. Это национальные элиты, транснационалы потеряли еще одну столицу. За ней стоят национальные элиты Великобритании, которые хотят сохранить свою страну и построить свою валютную зону. Остается только Вашингтон. О чем это говорит? Что сейчас Америка станет генератором ненависти в тройных размерах. Времени у них очень мало. Через буквально полтора месяца промежуточные выборы, которые они с треском. И поскольку уже Лондон будет играть свою игру, причем точно свою, уже не будет петь в унисон со Штатами, а скорее всего, что будет мешать Штатам реализовываться, это будет большой проблемой. Мы увидим рост влияния консерваторов в мире. Очень крутой будет рост. Что касается философии, Танечка, извини, экономика, политика или философия? Философия – это то, что задает нам систему ценностей и наши идеалы. Если мы сейчас перейдем, наверное, к основной теме, да, перепрошивки наций. Ну да, да. Вот так вот, создание... создание философского учения с четкими ориентирами, системой ценностей и идеалов – это залог построения здорового, прежде всего, ментально-культурного общества, нации, после этого уже экономика. Посмотри, как в больных нациях можно строить экономику. Пример, пожалуйста. Посмотри Украину, посмотри Молдову. Когда нация больна, все остальное получается тоже нездоровым, нехорошим, неэффективным. И политика превалирует над экономикой. То есть политика становится экономикой. А экономика – политикой. Происходит подмена понятий. По факту в приоритете должна идти философия как фундамент роста, развития нации. Потом экономика. И уже политика как производная от экономики, а то есть экономика должна диктовать политику, а не политика должна диктовать экономику. Простой пример тебе, деградация, Европейский Союз, посмотри, когда была экономика основа, а политика всего лишь выражение экономики, как развивался Евросоюз. Давайте вспомним, Евросоюз 20 лет назад, это был бешеный рост. Да, дешевые энергоресурсы из России, дешевый труд из Китая, но тем не менее, все развивалось, технологии были. Технологии Китай вот-вот-вот только сейчас приблизился из-за падения, из-за глупости Германии к объему экспорта в Германии. Китай не мог догнать Германию. Германия была экспортно ориентирована. Те технологии, которые были внутри Германии, они были просто неповторимы. Она занимала и в нефтехимической отрасли, и в медицине, и в пищевых добавках. Ну, такую нишу, до которой даже Китай не мог дотянуться, несмотря на то, что самая быстро растущая экономика, да? А теперь вернемся. Поэтому философия, экономика и только потом политика. То есть духовная, материальная и уже дальше...
влияние, продвижение и так далее. Нужно иметь, что продвигать. А когда у тебя нет духовного, нет материального, но ты пытаешься кому-то что-то навязать, в случае Великобритании, да, там деградация тотальная, общество, это факт, то мы видим, что происходит. Нам это чуждо, мы не хотим это принимать, да. Но тут, конечно, главный пример – это Украина, из песни слов не выкинешь. Прежде всего, я бы хотел коснуться, почему именно нации, не народа. Потому что народ – это все-таки совокупность людей с общим происхождением и традициями. А нация – это уже совокупность людей, объединенных экономическими, политическими, общими целями. Поэтому здесь именно разговор про нацию. Причем нация, она бывает многонациональна. Мы не говорим о мононациональном государстве, как поляки, например. Вот у них удалось, но это исключение из правил. Да, поэтому в чем стояла проблема? Вот я очень долго пытался понять, почему, как смогла Украина за 15 лет превратиться в какое-то государство-монстр. Ну, для меня монстр – это оценочное мнение, которое принадлежит лично мне, и я прежде всего в государство. Народ, он как бы стал производным от того, что натворили верха. Я начал разбираться, я не мог понять, реально я, ну, громадная страна, самая большая, да, на европейском континенте, по своей территории, с богатейшей культурой и историей, и посмотри, во что они превратились. Я заставил просмотреть себя, ты сейчас испугаешься, чуть с ума не сошел. 8 часов записей националистов из Айдара, Азова, Донбасса. Я хотел удостовериться, правильны ли мои выводы. После того, что я просмотрел, ну, я тебе скажу, я практически готов спорить до бесконечности с тем, что я прав. Я заставил себя смотреть. Если я заставляю смотреть Арестовича, это вообще, конечно, интеллектуальное изнасилование, но приходится. Для того, чтобы владеть информацией, как же они манипулируют все-таки своими людьми. Так вот, что удалось сделать евроатлантическому либерализму на Украине? Им удалось стереть оригинальную программу. Говоря об программе нации, я подразумеваю, каждая программа, да, мы сейчас все же айтишники, все хорошо понимаем, что каждая программа – это совокупность кодов. Это исторический код, культурный, языковой, духовный, вероисповедание. У них все стерли. Если взять, внимательно посмотреть, у них стерли оригинальную программу и заменили ее, перепрошили на пиратскую версию программы нации. Это вкратце. Как у них это получилось? Да, очень интересно, скорее всего, всем. Так, прежде всего, нужно понимать, что англосаксонский мир либеральный, он всегда идет по принципам девиза и кондо, разделяй властву. Кто не с нами, тот против нас. Управляемый хаос. То есть это набор определенных инструментов, которые они применяют как по лекалу абсолютно во всех странах, которые они захватывают. Причем они не воюют, как это свойственно славянскому миру, за умы людей или за душу. Они воюют только за подчинение правящего класса. Посмотри, что было на Украине. Это никто за людей. Там же была горстка людей, которых изначально никто особо не поддерживал. Да, были проевропейские взгляды, не проблемы. Были другие взгляды. Были тем, кому абсолютно все равно. У них и так все было, как говорят в Одессе, и так все в шоколаде. Да? То есть люди были еще не настолько обедневший к 2012-2014 году, что особо вот на этих людей, которые жили в палатках на площади независимости в Киеве, смотрели чуть ли не как на бомжей в самом начале. Ну так было. Сейчас нам уже производят эту героизацию, фальшивых героев, идолов создают. Но на самом деле все было совсем по-другому. Что, как же происходило? Во-первых, была революция. Что это такое? Это запуск вируса. Причем это не было революцией, называют они. На самом деле это был антиконституционный государственный переворот. Причем переворот, совершенный с особой... Знаешь, есть такое убийство, совершенное с особой степенью жестокости. Вот это был государственный переворот с особой степенью цинизма. Янукович, конечно, был редко необразованный человек. Но
он занимал высший пост государства. В присутствии 4 послов были подписаны соглашения между оппозицией и властью, демократически избранные. Заметь, на тот момент, кроме Вики Нулот с печенюшками, все остальные отошли в тень, и британцы, и американцы, и выставили своих марионеток, Польшу, Францию, Германию, которые выступили гарантами соглашения между официальной властью Украины и, соответственно, протестующими. Должны были провести до конца года выборы, там еще куча-куча условий. Как только это было подписано, и все успокоились и расслабились. Дальше мы знаем, что было. Расстрел. Причем Пашинского я знаю лично. Того, кто вывозил снайперские винтовки. Редкостная тварь. Вот просто редкостная. Меня с ним познакомили абсолютно случайно. Я был со своими партнерами в Киеве. Меня с ним познакомили. То, что нес этот человек. О том, кого надо резать, кого надо убивать и так далее. Но он явно не в себе. То есть я по этому человеку могу делать личные выводы, потому что так случилось, что я там полчаса вынужден был с ним общаться. Так вот, дальше было убийство людей, дальше пошло массовое насилие. Дальше мы помним поезда дружбы, причем заметь, кто приехал на этот, делать этот госпереворот? Люди, которые там сидели за деньги. Никто даже не пытается этого скрыть. Американцы признали, что им это стоило 4,5 миллиарда долларов. Все понимают, что каждый день они там чуть ли не помнишь, были подъемщики, которые работали под ним. А эти протестовали по подъемной оплате труда. Да? Соответственно, дальше что стало происходить? Во время вот этих протестов, на мой взгляд, и произошла вербовка будущей марионеточной власти. Порошенко, Яценюк, олигархи Ахметов, Коломойский и так далее, финансисты, Юлия Тимошенко. Соответственно, их вербанули. Дальше нужно понимать, когда у тебя завербован агент, агент, он получает инструкции, да, из фильмов про советских разведчиков и американских шпионов, мы знаем, да, что они получают шифровки из центра, согласно которым они действуют. Вот и пошла шифровка из центра. Причем они пошли дальше. Они же стали импортировать в Украину граждан Америки на высшие государственные посты. Это министры всех уровней и так далее. Вот это и были носители того вируса. А почему их туда ставили? Во-первых, американцы, они шли как обычно. По принципу just business. Nothing else, nothing personal. Да, только бизнес, ничего личного. Сынок Нэнси Пелоси приехал, сынок Байдена приехал и начали распил всего, что еще пилилось. То есть все поделили, да, Яценюку отдали забор от русских строить, Порошенко взял на себя вооружение и газовую тему, американцы взяли на себя кредиты, разработка там газа, стали налаживать свои руки на литийные месторождения, которые еще тогда были под контролем Украины. И что делали американцы? Они увидели очень четко, что это все ненадолго. Кого они делегировали рулить Украиной? Что вчера, кстати, можешь не полениться посмотреть. Арестович, будучи довольно идиотом крайней степени, он когда начинает... Это павлин, который так влюблен в себя, что теряет степень контроля над собой. Он вчера признал, да, Украина под контролем англичан. В наглую. О какой стране мы еще говорим? О каких выборах? О какой демократии? Доказательство того. Да, дальше англосаксы приступили. Англосаксы уже понимали. А это уже был 2014 год, 15-й. Мы начали процедуру Брексита. Тогда начался первый референдум, второй. Они понимали, что они выйдут. Все, решение национальных элит было. Да? Мы выходим из Европы, отдаляемся от транснационалов, начинаем возрождать империю. У нас проблемы с чем? С ресурсами. Что может выступать нашим ресурсом? А давайте мы возьмем поляков с украинцами. Поляки станут нашим ресурсом против Европейского Союза, а украинцы против России. Потому что без разрешения России и без договорника с Россией нам не удастся восстановить империю. А если нам удастся еще и Россию разорвать на части, как в 90-х, и получить самое главное, чего не хватает Великобритании. Ресурсов. У них их нет. У них выдающийся имперский мозг. У них довольно неплохая система управления и принятия решений. Контрразведка и разведка МИ-6 все и израильтяне,
и русские, кто объективен, разведчики, вот даже Безруков, которого я обожаю, бывший разведчик и очень умный профессор МГИМО, он говорит, да, британское разведывательное сообщество – это нечто. То есть, что они взяли? И Украина превратилась в инструмент. Дальше, если ты посмотри на Молдову, посмотри на Украину, для того, чтобы страна стала абсолютно послушной, нужен абсолютный идиот у власти. Клоун был идеальной кандидатурой, потому что Петя при всех его минусах и плюсах все-таки бизнесмен, все-таки руководил громадным холдингом. Я не беру давать ему оценку. Почему? Потому что я не настолько хорошо его знаю лично, чтобы давать. Но руководитель такого ранга волей-неволей имеет хоть какую-то базу. И он понимал, что война с Россией – это беда. Он не потянет, и она нанесет ущерб. Поэтому его нужно было поменять. Плюс он так заворовался. Дальше пошел Зеленский. Как при Порошенко, но при Порошенко перепрошили нацию. Как это сделали? Первое, даже написал, раскол общества на своих и чужих. Майдан это обеспечил 100%. Да, прям территориально. До Крыма, до ЛДНР, до ДНР, до ЛНР, до Севастополя. Вот просто обеспечил. Ты за революцию гидности или ты против? Если ты против, как ты говоришь, ярлык, ты русня или как они там, москаль, русня, москаль, предатель, зрадник, ватник, да. Господи, вот смотри, последние 10 лет Украина не создала ни одной стоящей книги. А вот ярлыков насоздавала, на две энциклопедии хватит. Вот тебе еще одно показатель деградации, да? Дальше идем. Резкое ухудшение экономической ситуации. Ну, оно просто все. Разорвались многолетние, так тяжело выстроенные экономические связи между Украиной и Белоруссией, Украиной и Россией, Украиной и Казахстаном и так далее. Они были просто разорваны. А когда рвутся экономические, логистические цепочки, как карточный домик складываются предприятия. Дальше мы знаем, все стало банкротиться. Просто в ноль. Ну, это данность, тут не надо. Забиваешь Google, и он тебе показывает. Дальше, прекратились прямые инвестиции. Просто прекратились. При Януковиче прямых инвестиций было больше, чем при проевропейском Порошенко. Парадокс, никто даже не изучает этот вопрос, чтобы показать. Почему? Украину стали готовить к войне. Она стала инструментом. Для войны вкладывают куда? Правильно, в армию. Никому экономика не нужна. Если человек экономически чувствует себя хорошо, как заставить его умирать? Ему и так все хорошо. Зачем ему? Русские нам не... Дальше нужно было внушить страх. Поскольку тех не своих, не переворотных было меньше, было намного больше, чем тех оголтелых Западной Украины, которые приходили, кричали всю русню ватников резать, убивать. Адекватных на тот момент было две трети. И процентов 15-20 было вот этих. Вот для меня они нацисты. Для меня Галичина – это нацистское подразделение. Для меня любой человек, который пропагандирует принципы Адольфа Гитлеровича, он для меня не человек. Сразу, чтобы всем было понятно. Дальше созданы главные предпосылки. Делим на своих и чужих. Экономический упадок. И дальше, господи, и страх. Если мы с тобой внимательно посмотрим, это один к одному 32-33 год прошлого века в Германии. Один к одному. Когда канцлером назначили Адольфа Гитлера, и он возглавил национал-социалистическую рабочую партию Германии, или, как мы приняли говорить, нацисты. Что тогда сделал Гитлер? Первое. Он создал образ врага. Юдиш. Евреи виноваты в том, что наша нация деградирует, что у нас нет хлеба, что у нас нет работы. Это все евреи. Дальше мы знаем, к чему это вылилось. Освенцим и 6,5 или сколько? 7 миллионов евреев погибли в Великой Отечественной войне, были уничтожены нацистской Германией. Тут кто стал новыми евреями 21 века? Русские. Их обвинили виновниками во всех, во всем. Не в том, что Порошенко и Яценюк просто воры. Не то, что реверсный газ это тот же тоталитарный российский газ, только по цене в 11-12 раз дороже. А это русские виноваты. Причем даже не Путин. А русские, сам факт навешивания ярлыка на целый народ. И это начало разрастаться.
При всем при этом, да, им что-то удалось, но не смогли они вот этот код вытащить. Они тогда что сделали? Британцы, я говорю, мозгов там все нормально. Они не выдумывали велосипед. Они взяли трехсловный лозунг Великой Французской революции. Он залетает. По пиар-технологиям это идеально. Свобода, равенство, братство. У нас что было? Армия, вира, мова. Жестко, хлестко, коротко, понятно. Давай разбирать. Вера – это основа, фундамент нации. Христианство. Православное христианство. Что они начали? Они торпедируют идею Томаса и автокефальной православной церкви Украины. Дальше мы все знаем эту процедуру, когда этот дядя из Константинополя, бывший турецкий офицер, который каким-то образом стал патриархом, да, он выдает им это. Причем никто и даже не скрывал, что это было коррумпированное, и англичане лезли, и причем англичане, если помнишь, только англичане выступали и помогали, и все, и все, и все. Таким образом подорвали, они пустили вирус в духовный код нации. Это уже все. И они это позволили. Дальше нужно обязательно об этом сказать. Украинцы потеряли право носить звание великого православного народа, когда позволили убивать и избивать православных священников, которые не готовы были на предательство и совершать смертный грех перехода из Украинской православной церкви в украинскую автокефальную православную. Да? То есть это величайший грех, считают. И сохранили преданность той клятве, обету, которую они дают. Да, клятва преступления входит в один из 10 смертных грехов. То есть на грехе нельзя создать святыню. Так не бывает. Но опять же, этого не хватило. Дальше что нужно было делать? Кто не скачет, той москаль, великий украинский язык. С каких пор он стал таким самостийным, независимым, никто не знает. Величайшие украинские писатели писали на русском. Писали на русском. Причем украинский... Понимаешь, я не представляю, как они это приняли, люди. Что я, допустим, то, что несет Майя Санду, принять не могу. Но, наверное, знаешь почему? Мы все-таки еще советскую школу начинали. Нас же в школе не учили знать. Нас учили думать. Ну, да. И вот это критическое мышление, оно и свойственно Восточной Европе, которая не была заражена Болонской. Почему они принимают? Гомосексуалистов, лесбиянок, трансгендеров, и все. Не думать не умеют. Вот им сказали, что это так. Вернемся к языку. Сейчас, извини. Вот наша система образования, да, у нас есть, мы вытаскиваем билет, и мы отвечаем на этот билет. То есть мы должны вспомнить все это, ну, то есть мы... Во-первых, мы должны учить, Танюш, мы должны учить для начала. Да, чтобы было там вспомнить, надо знать. Но мы, даже если ты немножко не учил, ты мог там что-то догадаться. Ну, ты же понимаешь, что все вот это, то есть, я часто так, ну, неважно. В общем, ты уже умеешь анализировать. Болонская система – это вопрос и варианты ответа. Тебе не надо ни хера думать, тебя вот выбрал. Правильно? Если ты везучий, Таня, можно никуда не знать, но быть самым успешным. Вот чем отличается мозг той системы от нашей системы. Потому что наша система, ты... получаешь просто шапку, ну, вопрос, и ты начинаешь все свое знание туда применять, представлять, откуда, где услышал, где какой фильм посмотрел, где какой шоу. У тебя в это время работает мозг, и ты сопоставляешь, и ты отвечаешь, и ты как бы элемент творчества, потому что ты там что-то такое вот тебе... А там вопрос, выбрал ответ, вопрос, выбрал ответ. Вот так. Мне кажется, что и молдаване, украинцы, белорусы, русские, то есть мы, да, бывший СССР, мы всегда стремились к уму и к душе, а они стремились всегда к прибыли. В этом разница громадная. Почему я говорю, что либерализм – это про прибыль, а консерватизм – это про развитие. Прибыль не всегда означает развитие. Я видел, какие многомиллиардные прибыли французы и англичане извлекают в Африке, 5 лет прожил. Уж меня простите, я Кампалу в Уганде и Бужумбуру в Бурунди знаю лучше, чем свой родной город. Поэтому я это видел.
Но развития там нет, прибыли-то извлекаются, а развития как не было, так и нет. Вернемся. Язык. Язык – это символы, это знаковая вещь для любой нации. Украина – это региональный диалект одной из провинций Российской империи. Это диалект, это не свободно созданный язык. И вот они попытались навязать этот язык как основу украинства. Звучит, конечно, дико, но это произошло. Они переиздавали книги, они переиздали все. Они стали что делать? Правильно, убирать российские, русские школы с преподаванием. Больше того. И на других языках, посмотри, венгерские школы в Закарпатье закрыли. Они стали вычищать. Но тут я уже тебе скажу, даже не британцы. Тут уже началось, британцы стали вовлекать поляков во влияние. Чтобы был еще один центр влияния, чтобы украинцы ни в коем случае никуда, украинская власть никуда не могла бегать. И поляки им показывали свой пример. Пани, смотрите на нас. Один народ, один язык и так далее. И они стали это проводить по польскому примеру. Но они не поняли. Ни Крым, ни восток Украины, ни Севастополь, ни Закарпатье даже не готовы это принять. И опять оставалась проблема. Экономика рухнула, она реально у них рухнула давно, 16-18 там начался, они жили за счет, они выпускали краткосрочные государственные займы, КГЗ-ки так называемые, под 25% годовых, когда Германия была с отрицательной ставкой. Ты покупал государственную облигацию Германии и терял минус 1% в год. А если покупал украинскую, то ты зарабатывал 25%. Таких заработков не было, там очередь стояла из спекулянтов Лондона, Нью-Йорка и всех остальных столиц. Идем дальше. Что делать? Нет экономики, нет заводов, нет специальностей. Громадное количество пассионариев, молодежи, которые рано или поздно задаст власти вопрос. Почему мы идем в Европу? То, что сейчас в Молдове происходит. А жить все хуже и хуже. И вот они придумывают. А мы, нам не нужен народ востока Украины. Нам нужны территории. А давайте-ка мы создадим армию. Дальше про... Про 14-й год и конфликт 15-й, потом он был заморожен, а потом занялся. Они стали создавать армию и вовлекать туда молодежь. Они создали культ насилия. Культ насилия. И это стало страшно. И вот тогда появился Айдар, Азов, Донбасс, как полки вот эти националистические, да? Что произошло в армии? Во-первых, им разрешили применять насилие гражданам собственной страны. Напоминаю для всех, что эксклюзивное право на насилие принадлежит только государству. Они передали его непонятно к кем созданным полкам и батальонам. Но и этого было мало. Поэтому что они стали делать? Они довели это до полного оскотинивания. Они стали внедрять в неокрепшие, необразованные умы этой молодежи язычество. Да. Вот откуда появился наш стыд. Теперь давайте посмотрим, как развивались наш регион. Язычество, христианство, вход в новый мир. А у них произошло язычество, христианство, обратно в язычество. Налицо деградация. И вот тут, превратив их в язычников, они получили над ними полный контроль. Они создали фальшивых идолов и героев. Шухевич – нацист. Бандера – нацист. Мазепа – предатель собственного народа и братского народа русского, который со шведами шел и потом как гиена бегал по всему. Вот здесь произошла перепрошивка. Она здесь закончилась. Произошло оправдание нацизма Западной Украиной, а западенцам это было очень надо, поскольку они главный движущий материал англосаксов. Их нужно было оправдать и героизировать. И это удалось. Посмотрите, что творит полуеврей Зеленский. Это же ужасно. Дорога в Бабий Яр через проспект Остапа Бандеры. Господи, Остап. Как его? Да, Остап Бандеры. Да. Степана Бандеры, прости. Степана, нет, тут важно. Через проспект Степана Бандеры. Нетаньяху, премьер-министр Израиля, ехал на официальную встречу с Зеленским через проспект Степана Бандеры. Вот оно, вот это оскотинивание или оголичивание. Если помнишь, я там выпустил небольшой очерк, где я сказал, то, что сейчас происходит в Восточной и Западной Европе, можно сформулировать двумя всего лишь словами. Оголичивание Украины от слова «галичина»,
да, и нацистские, и украинизация Европы. И вот это на глазах, вот оно происходит, вот оно есть. Таким образом, Украину ввели фальшивую, несвойственную им повестку, перепрошили национальный код на пиратскую программу, которая сделала их большинство пассионарной молодежи особо активной. Почему они идут убивать? Почему? Заметь, они не говорят, что они идут защищать родину. Они идут убивать русню. Потому что, если посмотреть интервью азовцев, которые как трусы сдались в плен, хотя кляли, что этого никогда не будут делать, они практически каждый второй, я тебе говорю, 8 часов просмотрел, мы хотим попасть в Волгалу. Не в рай, не в ад, в Волгалу. То, что не свойственно, это язычество, это грех, по большому счету. Они ввели целую нацию в грех. Духовный, моральный, культурный и даже человеческий. Потому что то, что происходит на Украине, для меня, это гражданская война. Это не братские народы. Молдаване все-таки и русские, это чуть-чуть разные. Хотя наш великий господарь Штефан Чалмари завещал нам дружить с Московией, с Москвой, правильно сказать. Да, то есть у нас громадные связи. Наши цари дружили. Дочь Штефана Чалмари была замужем за наследником российского царя, русского царя. О чем говорить? Куда уже теснее связи? Мы братья, мы побратались. Кишиневая арка, как называется? Ну да, да. Русско-турецкой войне. Да. Русско-турецкой войне. И чем я, наверное, хочу закрыть вопрос, почему, что самое плохое в том конфликте, который происходит на Украине? И прежде всего я обращаюсь к тем, кто живут не в России, не в Украине. Любой лидер, чье государство не вовлечено и чьи сыновья и дочери не принимают участие в этом конфликте, но они снабжают их деньгами, оружием, еще чем-то, вы должны понимать, что вы не союзники, вы гады-подстрекатели, которые продлевают этот конфликт, чтобы еще больше братьев русских и украинцев поубивало друг друга и сделали эту пропасть почти непроходимой между украинцами и русскими, россиянами. Это очень важно. Я сказал, для меня исход понятен. Ну нельзя сравнивать экономическую мощь России и военную с Украиной, кто бы им ни помогал. Исход понятен. Я другого не понимаю. Как Россия хочет выиграть войну за мир? Вот тут очень главный вопрос. Если позволишь, мы вернемся потом к их философии русского мира, с которой я категорически не согласен. Мне кажется, она против них сыграет еще очень и очень на долгий промежуток. Причем это не говорит о том, что я там не согласен. Я считаю, что русская культура – величайшая культура в мире. Ничего подобного сравнить нельзя. Но знаешь, что меня раздражает? Получишь шишек от своих подписчиков и замени. Вот эти вот люди, которые считают, что малые народы не обладают интеллектуальным потенциалом. Что мы чуть ли не рождены, чтобы быть малярами, сиделками и так далее. Ребят, вы ошибаетесь. У нас есть настолько выдачи. Чего стоит наш Москович, который играет на флуэре? А Юджин Дога, который создал венский вальс, который во всех аэропортах мира. Недавно у них, когда ковид был, да, выступал там у них эксперт на телеканале. Он угу. занимает какую-то серьезную должность именно в вирусологии там в России. Угу. Он молдаван. Угу. Даже по говору слышно. Что... Я хочу объяснить другое. Культура, искусство, духовный мир, литература, знания, они не имеют национальной принадлежности. Они принадлежат всей цивилизации мировой, единой. И вот мне кажется, что Россия как страна, центр, вокруг которой будут формироваться, должна пересмотреть свой подход. Он должен быть более духовный, более взвешенный. Меньше идеологии, больше культуры. Культура всегда выше любой идеологии.
А у нас такие громадные культурные связи с Россией, что ни одна Европа этого перебить не сможет. Ни одна Санду, ни кто-то еще. Вот на это надо... Мы выросли на книгах, написанных на русском языке. Мы выросли. Я до сих пор Я без Достоевского жить не могу. Я по войне и миру Ивана Николаевича Толстого. Я писал свое сочинение выпускное по войне и миру. И вы даже не представляете, насколько связи между нами громадны. Но когда мне приходят и говорят, что ты что, против русского мира? Русский мир – это мир для русских. Я наполовину молдаванин, наполовину поляк. У меня что, нет места в вашем мире? Ну, если нет места, извините. Но я христианин. У меня один менталитет с русскими, украинцами, белорусами. Я часть этого мира, как и остальные часть. Эти оголтелые, что орут наши либеральчики, ну, давай четко поймем. Во-первых, они завербованы в Гарвард. Во-вторых, вы видели, весь мир увидел, какие они посредственности на одной несчастной встрече с 20 депутатами гагаузами. С абсолютно я почти их всех знаю лично. Абсолютно адекватные ребята. Ну, человек спрашивает, зачем Молдове армия? Она говорит, если на нас нападут. Не, подожди, дорогая. Ты президент. Конкретно кто на нас нападет? Ты реально считаешь, что русский народ может на нас напасть? Никогда в это не поверь. Вот просто не поверь. Просто никогда не поверю, что брат готов напасть. На брат. Я понимаю, что сказать, а на Украину как? Да на Украине каждый десятый иностранный наемник. Ну, они строили базу НАТО непосредственно в близости. Они уже угрожали существование русских. Русские в декабре четко попросили, давайте сядем, будем... Я не оправдываю. Меня волнует моя Молдова. Я знаю, почему я так столько уделяю внимания экономике. Я хочу достучаться до этих идиотов и объяснить. Да вы можете кричать про европейские лозунги сколько хотите. Европа рухнет до 25-го. В течение 25-го года ее не будет от слова совсем. Лиза победила. Все. Она со вчерашнего дня начала уничтожение Европы. Чего только стоит претензия Польши так быстро на 1,3 триллиона долларов Германии, выплата контрибуции. Это бред просто. Ну, да. И это только начало. Это, подожди, сейчас прибалты начнут еще. Ну, прибалты... А можно назвать это вот то, что происходит на Украине и в Польше, да, примерно, но больше на Украине, новым колонизаторским, ну, то есть новые колонии. Что и Англия, и вот новые колонии какие-то приобретают. Таня, я сейчас, наверное, задену твои национальные чувства. Да. И Молдова, да. Так мы, да. Я только хотела сказать про Молдову. Татьяна, у нас сидят иностранные граждане в президентуре. Они присутствуют на заседании Высшего Совета Безопасности. Ты представляешь, иностранные граждане, которые не имеют второго гражданства молдавского. Это кураторы, ни дать, ни взять. Это представители метрополии, понимаешь? Метрополия – это центр. Да, и колонии – это уже, соответственно. Британия умеет это делать. Умеет делать это виртуозно. Умеет делать это виртуозно. Да. Вот такая ситуация. Пока ничего хорошего. На горизонте нет. Досадно. Ну ладно. Ну ладно. Да. Что-то с этим надо делать, конечно. Надо главное, самое главное об этом говорить, как-то открывать людям глаза, чтобы, ну, блин, единственное, что, какая проблема, я у нас, допустим, в Молдавии, я не знаю, как в других странах, я у нас в Молдавии не вижу лидеров, понимаешь? Ну, я не вижу, кто может стать вот нашим Штефаном. Вот кто? Ты понимаешь, в чем проблема? Очень быстро отвечу на твой вопрос уже с точки зрения политологии. У любого лидера политического всегда стоит всего... У него всего два пути. Первый путь – это в список Forbes. И второй путь – это в учебник истории. Нам пока не повезло человеку, у которого бы на карте был обозначен путь в учебник истории. Все только Forbes. И, кстати, Майя Григорьевна, хотя детей нету, нахрена и столько денег, понятия не имею. Но они пакуются страшно. Я тебе больше того скажу. Я уже говорил, 1 ноября они спровоцируют отключение газа и будут пытаться преподнести это пропагандой своей. Они же недаром отключили российские телеканалы и так далее. То есть Миллер в разговоре, они должны были до 31 апреля закончить аудит и рассчитаться по историческим долгам. Этот клоун, извините, но действительно клоун, посмотрите на этого, на это существо, который первый вице-премьер отвечает у нас за газовый вопрос, который умудрился предложить Миллеру формулу покупать
да, в 5 раз дороже его стоимости, который предлагал Миллер, надо быть идиотом, да? Но это уже диагноз, это не оскорбление, это диагноз. Да, если стоит хлеб 2 доллара, ты же не хочешь и не предлагаешь за него 10. Так вот, мы настолько, те 700 тысяч, которые за них проголосовали, они проголосовали за психический... Но это идиот, это же, по-моему, медицинский диагноз. Да, то есть у человека реально биполярное расстройство, он живет в своем мире. Он предложил формулу, мы покупаем дороже. Так вот, «Газпром» потребовал так. Ребят, во-первых, выполняйте контракт, во-вторых, проведите аудит до 31 августа. Они подписали это дополнительное соглашение, апреля. Не смогли провести. Сейчас Миллер дал крайний срок до 31 октября. Обязательств, которые мы подписали. И, во-первых, у нас уже разрыв кассовый между ценой и тарифами. Ценой, по которой покупаем, и тарифами. Громадный. У нас нет финансовых ресурсов. И, во-вторых, мы не проведем аудит до 31 октября. Поэтому они практически... Причем они это делают осознанно, специально, чтобы русские отрезали газ и начать на этом русофобию уже внедрять в умы миллионов сразу. А для чего им это надо с финансовой точки зрения? У них есть договорняк на нидерландском хабе ТТФ, Title Transfer Facility, где немчура держит, так очень так они хорошо там, и англичане. И они уже договорились, что с каждого 1000 кубов газа у них будет определенный откат на офшорные счета. А у нас тот мальчик, вице-премьер, он как раз у нас и офшоровик, очень известный. Вот такие они честные бессеребренники. То есть нас ждет веселуха. Когда ее спросили про газ, да, она начала отвечать, и так она на полном, на голубом глазу, знаешь, говорит, вот, сейчас, почему именно сейчас Россия потребовала пересчет этих долгов? Почему именно сейчас? А мне так и хотелось сказать, потому что крымская платформа. Да, потому что, я прям написал, этот человек вообще понимает, что она творит? Нахрена ты туда едешь? Что ты имеешь? Крым, я скажу честно. ДНЛ, НЛНР, это длится с конца, там, с начала 20 века, присоединение, отделение и так далее. За Крым погибали миллионы не российских, а русских офицеров и солдат. Миллионы. И, кстати, по Каннско-Кандинскому договору, если Крым перестает быть частью России, он автоматически отходит обратно от Турции. И мне такое ощущение, что эти хотели, они реализовать это хотели. Хотели. Эрдоган свои. Вот кто-кто, а султан своего не упустит. Я при Крыме было 0 погибших. И при Крыме было массовое предательство армии Украины, которая давала присягу и которая ее не выполнила. Поэтому это позор украинской армии. И слава тем, кто смог это сделать, не пролив человеческой крови. Что касается всего остального, это уже между двумя странами, я так и сказал. Все, кто в этом не участвует, но пытается это все продлевать, вы провокаторы, и вы несете прямую ответственность за каждую смерть. А почему не нести? У них почти у всех так, у них же детей нет. Я знаю, что написал, когда она сказала, я пойду добровольцем в ту же роту, где готовы умирать дети мои сами. Хорошо толкать на смерть чужих детей, когда своих нет. Кстати, а теперь тебе объясню, что перепрошивка Украины, что эти люди отупели. Причем сейчас говорю о народе. Заметь, ни один ребенок высшего руководства Украины не участвует в боевых действиях и не погиб. Как надо было задурить фальшивой верой, фальшивым языком и фальшивой армией, которая, в принципе, превратилась уже в подразделение НАТО. Она же не Украину защищает. Она защищает интересы англосаксов. Как-то так. Да, спасибо, Сереж. Спасибо, Танечка. Тебе удачи. Пока. Все. До встречи. Всем хорошего, всего самого наилучшего. И оставайтесь консервативными. Это важно.